Спортивный клуб ракетных войск стратегического назначения, родоначальник армейской спортивной базы в Одинцово, уже 40 лет на страже. Первым руководителем был многократный чемпион мира, Европы, СССР, Олимпийских игр, почетный гражданин города Одинцово Виктор Куренцов. И цель была одна – привлечь, потому что если в центре города будет стоять спортивный комплекс, то молодежь в шаговой доступности будет здесь. И практика за 40 лет подсказала, что это правильное было решение. Шаговой доступности. И вы посмотрите, вечером всегда мамы с колясками. Один спит в коляске, другой на руках, а третий тренируется в спортивном зале. И когда эти спортивные залы наполняются звоном детских голосов, это самая высокая награда. За годы работы в спортивном клубе подготовили более 20 чемпионов Олимпийских игр по различным видам спорта. Это и Лариса Лазутина, Зульфия Забирова, Алексей Петров, Ривас и Теймураз Гургенидзе. Но и сейчас учебно-материальная база спортивного центра – прекрасная основа для подготовки спортсменов. Теперь в жесткой сцепке с клубом ЦСКА спортивный клуб «Искра» кует будущих олимпийских чемпионов. В рамках проекта «Историческая память» сторонники партии «Единая Россия» поздравили сотрудников спортклуба с юбилеем. Сегодня у нас 40-летний юбилей замечательной спортивной организации, организации, откуда вышли наши знаменитые столпы, наши великие спортсмены не только Одинцовского района, но и федерального уровня. На этой площадке были рождены великие спортсмены и лыжники. На сегодняшний момент они работают тренерами. Спорт – это двигатель, так сказать, развития вообще всего нашего общества. Если мы, так сказать, не будем уделять внимание спорту, это приведет к плачевным, так сказать, последствиям в целом для страны, поэтому это стратегически важное, я бы сказал, направление. Клуб пользуется популярностью одинцовских спортсменов. Более 35 объединений посещают будущие надежды большого спорта. 40 лет – лишь отправная точка к новым олимпийским вершинам. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».